есть определенные тенденции, в рамках которых трансформируется интерьер. Но для того, чтобы появился некий стиль, должно пройти большое количество времени. Я считаю, что вот бестилевая эпоха, она породила некий новый, может быть, большой интерьерный стиль, который, наверное, впервые появился после постмодернизма 60-х годов. Интерьерный гедонизм, он приходит наконец-то и к нам. Это наслаждение фактурами, обработкой, цветом. И то, что отличает модный современный интерьер, это безграничная изысканность и утонченность, и как бы новая роскошь. Да? Она состоит не в том, что имитируются какие-то стили, а в том, что ценится тот материал, с которым работает декоратор, тот материал, из которого делается мебель, выполняется отделка стен, ковры, ткани и так далее. Люди все больше и больше хотят наслаждаться жизнью у себя дома. И это очень хорошо.